Набедренные какие-нибудь эти повязочки. Ну, может быть, какие-то кольца в носу, знаете, как они вставляют. Или какая-то раскраска. Из подручных материалов юбки сооруженные. Набедренные повязки, это как бы раньше, но сейчас они носятся как бы так же традиционно, как и европейцы. То, что они делают, наверное, своими руками, ну, я думаю, что-то, если племена имеется в виду. Одно из самых представительных племен Южной Африки – племя Зулу. В повседневной жизни зулусы носят европейскую одежду. Во время фольклорных представлений облачаются в традиционный костюм. Состоит он лишь из набедренной повязки и фартука. Особый колорит придают хвосты диких животных, закрепленные на икрах. Предки другого племени, коса, носили ярко-рыжие плащи. Женщины завязывали на голове тюрбаны. По ним можно было узнать, замужем она или нет. А вот барышни из племени банту предпочитали брить голову. При этом они щедро украшали себя бусами из раковин, кольцами из меди и железа, а в нижнюю губу вставляли небольшие диски. Мужчины из этого племени облачались в набедренные повязки, передники из выделанных шкур и плащи. Конечно, такой наряд остался в прошлом, но некоторые элементы до сих пор берут на вооружение модницы. Популярностью пользуется яркий орнамент и украшения из бисера.